Приветствую вас, дорогие друзья, меня зовут Виталий, он же Монг. Продолжаем наше приключение в Elden Ring. А точнее... Точнее, битва с боссом. Надеюсь, с финальным. Сколько можно финальных боссов, блин? Объясните, пожалуйста. Иди страдания, блин. Это я уже понял, блин. Говори, почему опять босс? Почему же опять босс? Проснись ты уже. Как его победить, блин? Соплю эту вонючую. Можно пропустить? Я уже все видел. Блять, почему по мне-то? Что ты делаешь, дебил, блядь? Я не готов просто с просони. А блять, почему по мне-то? Пацаны, блин, отвлекайте его, чё вы там? Я вам зря что ли прокачивал вас. Почти ушатал. Да выпей банку. Блин, он их ушатал. Это нехорошо. Мне надо, чтобы у них, ну, хотя бы почти половина осталась. О, все, мне хана. Как я от этого должен уклониться, блядь? Да, блядь. Задолбал ты, ёбаный кибастос, блядь. Дракошка херова. Похож на Годзиллу, блин. Зверь Элдена, блин. Чмо ты Элдена, блин, а не зверь. Так, ну-ка вот так вот. Его убить-то, а? Ёкарный бабай бесит. Боссы эти, блин. Просто бесят. Это вот все, блядь, заставки эти, блядь. Да, что-то вообще не катит. Эти щитовики хоть как-то его, блин, держат. Слеза что-то на такое себе, блин. Хрен знает, я не знаю, я, наверное, не смогу его побить, поэтому на этом
и закончится мое прохождение. Ну, вы, в принципе, дошли до конца. А то, что, блин... Этот омут активен. Что за омут, блин? И призвать никого не могу, игра улетает. Вот в чем дело, блин. Кто это? Чего? Ты смотри, вылетит. Тоже маг какой-то, блин. Чем он мне поможет? Кем? Вообще исчез. Не вылетело, но он исчез. Ошибись. А, кто-то сам. Ты кто? А ты кто? Призвать помощника нельзя, блин. А почему? А чё за херня? А чё произошло? Почему я не могу его призвать, блядь? Чё за бред? Почему я не могу их призывать, блядь? Чё за херня-то, блядь? Странным. Очень-очень странно, почему я не могу их призвать. Бесит. Бесит! Так. Я снял уже эффект, правильно? То есть теперь я могу духов призвать. Ай-яй-яй, 20 попало ресница, блядь. Нельзя так. Как, блин? А, я что-то, блин, я сегодня путаюсь конкретно. Это ж жопа какая-то, блядь. Ну, у них вообще жизни мало осталось. Не покатит такая хрень, блядь. Вот не покатит и все. Надо далеко от него отбегать. Да чё это было-то, блин? Просто чик-чик-чик покрошил, блин, и все. Нормально, блин. К нему не подойти ни хера, блин. Говна кусок, блин. Короче, ребзи, я ставлю на паузу, если... Победю, видео продолжится. Нет, ну значит все. На этом история заканчивается. В общем, дорогие друзья, все мои попытки увенчались неуспехом. И призывал игроков по сети, блядь. С ними я даже до второй стадии не могу дойти.
Вот с духами со своими я дохожу до второй стадии, ну а там просто жопа, он их рвет и меня, блин, вместе с ними. И дальний бой, блин, и под ним бегал, блядь, бесполезно. Два удара, блядь, все, я, короче, трупак, блядь. Поэтому на этом прохождение заканчивается. Если я, может быть, когда-нибудь найду способ в ближайшее время, то, может быть, финал запишу. Ну, что там, убил его или нет. Ну, а так все, Elden Ring у нас закончен. В принципе, я до конца дошел. Это уже большое достижение, считая то, что я вообще никогда не играл в эти Souls игры, блин. Потому что они раздирают жопу конкретно. Как-то так, все. На этом у меня все. С вами был Виталий, он же Монг. Ставьте лайки, не забывайте подписываться на канал. Пишите комментарии. Всем пока-пока. Удачи.